На сувязі генерал, былы намеснік кіраўніка службы бяспекі Украіны Віктор Ягун. Чуеце нас? Прытанне, вітаем вас. Да, добрый день. Я бачу, што вы былі ў першы дзень, калі толькі пачалася вось гэтая агрэсія Расіі супраць Украіны ў нашым эфіры, распавядалі пра тактыку тады, як вядуць сябе расійскія войскі. Што можаце вось на чацвёрты дзень гэтых баявых сутыкненняў сказаць, як выглядае для вас цяпер дзеянне расійскай арміі? Ну, смотрите, я извиняюсь, что буду говорить по-русски, потому что по-украински, я так понимаю, не все понимают. Коли ласка, придется конечно. Говорить, да, придется говорить на вражеском языке. Ситуация такая, если в первые дни у них задача была очень простая, зайти, красиво, как на параде, пройтись по центральным улицам, дорогам и Украины и центральным улицам городов, и нигде не останавливаясь, вторым эшелоном должны были идти эти Росгвардия, которая меняла бы там флаги, там еще что-то делала, там, может, расстреливала кого-то, не знаю, где-то вот так вот. Извиняюсь, я постоянно на связи. Ситуация такая, то вот прошли вот эти уже четвертый день боевых действий, и хочу сказать, что они просто, ну, понятно, уже весь мир понял, что никто прогулки им не устроит, никто их здесь с цветами не встречает, никому они здесь точно не нужны. Каждый человек ненавистью дышит им в глаза, говорит то, что все про них думает. Оккупант понял, что такое оккупант, и тактика действительно сменилась. Во-первых, надо четко распределять определенное количество, ну, что есть два типа их военнослужащих, даже может и три. Первый — это те, которые действительно безбашенные, которые вот поставили задачу, они там какие-то спецназы, там еще что-то такое, они вот идут вперед. Это те, которые идут на прорыв, там врываются в города, пытаются силой захватить тот или другой объект. Ни перед чем не останавливаются, есть же убитые уже среди гражданские дети. Это отдельная категория. Есть люди, которые вообще не были поставлены в известность, куда они идут и что они делают. Ну, или они так пытаются сказать. И эти в любой момент, когда они только могут где-то уйти в сторону, они кидают машины, сливают топливо, продают это топливо и уходят где-нибудь лесами, чуть ли не боссами, только чтобы не попасть под удары украинской армии. То есть, а есть еще отдельная категория, это вот действительно те, которые хотят прийти сюда и навести порядок, это вот так называемые те кадыровцы, это сепаратисты, которые 8 лет нам портили нервы на Востоке, это коллаборанты, которые были в Крыму, то есть это тоже отдельная история. Но хочу сказать, никто их не боится, все будет Украина, и мы прорвемся. То есть то, что они хотели, у них ничего не получается, никаких уступок им никто не будет давать, и они будут уничтожаться на всех позициях Украины. Украина ввела свой оперативный резерв, это добробаты, они вчера вступили уже в бой, подтягивается территориальная оборона, поэтому думаю, что... будем стоять. Я ничего не думаю, потому что враг у нас очень по-украински подступный, очень такой жестокий. Он действительно может даже тактическое ядерное оружие использовать. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Мир за нас, поэтому все будет Украина. Спадар Віктор, а як ацэньваеце вось гэтыя ўсе кадры таго, што ёсць і тыя, хто здаецца, ёсць вось як сябе паводзіць, напрыклад, гэтая група ў Харкаве, мы сёння абмяркоўваем, што яны па нейкіх жылых кварталах ходзяць, не зусім зразумела, чаго яны шукаюць. Зразумела, што іх проста здадуць, пазвоняць нават людзі, якія бачаць гэтую групу і здадуць яе. Ці вам не здаецца, што, ну не ведаю, я вас пытаюся як спецыяліста, што камандаванне проста нейк, ну, не дае ім, не мае кантролю над тым, што адбываецца ў некаторых частках вось Украіны і не мае кантролю над расійскімі войскамі камандаванне. Смотрите, идет очень активная контрбатарея, борьба РЭП, то есть нет у них связи,
нет у них подвозки и боеприпасов, они не знают местности, они не знают людей, люди им не помогают, это не дружественные какие-то вещи, они же думали, что это будет чуть ли не как там где-то в Крыму там, или вот в 2014 году, когда там часть населения поверила в Луганске, Донецке, там чуть действительно с цветами их встречала, пока не поняли, что за русский мир и куда он тянет. Сейчас этого всего нету, люди понимают, что никто свободу свою не отдаст, все будут до конца стоять на своих позициях, поэтому вот такая ситуация. Что касается вот этих вот пацанов, да, действительно так и получается. Часть этих людей, вы сами видите на кадрах, они куда-то заходят, они где-то теряются, их там локализируют и уничтожают. И эти пацаны, если не в плен, то просто разбегаются по домам, где их уже вылавливает самооборона. У нас есть несколько уровней. У нас есть вооруженные силы. Не будем вспоминать еще про национальную полицию, национальную гвардию, службу безопасности. У нас есть территориальная оборона, которая состоит, сейчас вот формируется, уже 37 тысяч на вчерашний день было. Должно будет довести где-то до 150 тысяч. Это тоже в составе вооруженных сил Украины. А есть еще самооборона. Самооборона – это люди, которые не пошли в территориальную оборону, то есть они не входят в официальные подразделения вооруженных сил. Они занимаются самообороной непосредственно своего села, своего квартала, своего дома, с личным оружием, с охотничьим оружием, просто с коктейлями Молотова. То есть вот это вот, это как раз говорит про то, что у нас, вот смотрите, что происходит, у нас народная война. То есть народ выступает. Вот, до речи, пробачте, коли ласка, что вас перебиваю на секунду, якраз про народную войну. Мы зараз як показываем кадры, як у Кривым Рогу люди копают окопы сами. Вышла целая жихары городу и копают окопы. Никого не треба примушать, доброохотников хапая, каб рабіць гэта. Я не удивлюсь, если сегодня эти кадры будут показаны на российских телеканалах и скажут, что фашисты и бандеровцы заставляют мирное население работать под дулами автоматов. Они ж настолько уже изгаляются для того, чтобы показать, как тут тяжело жить под бандеровцами. Ну, я еще раз говорю, нет ни одного кадра, что их кто-то встречает с цветами, там, не знаю, там, целуется, не знаю, молочко им приносит. Ведайте, кроме российцев... А кроме русских, никто эти кадры не побачит, потому что во всем свете заблокованное российское телебачение уже. Господин генерал, вот вы затронули очень важный момент. Вы сказали о том, что огромнейшая масса этих солдат на самом деле пытаются уклониться от боя, уйти куда-то. То есть возможность повлиять на эти войска есть. Работает ли в этом направлении украинская армия, украинская средства массовой информации, есть ли какой-то вот месседж, чтобы убедить этих людей сложить оружие? Очень тяжело донести до них информацию по одной простой причине. В Украине заблокированы все номера телефонов, российские и белорусские. То есть, если у них нет связи, у них нет интернета, у них вообще ничего нету. То есть роуминга, как у нормальных, может быть, людей, которые приезжают в Украину, у них нету. Поэтому они сидят и без связи, они не могут не позвонить ни родным, никому, и телефоны у них просто как фотоаппараты, знаете, такие маленькие. Господин генерал, тогда, возможно, вот у нас сейчас есть возможность обратиться к семьям этих солдат. Что бы вы сказали в двух словах, если это возможно, вот семьям тех, кого сейчас усадили в грузовики, вертолеты и отправили на границу с Украиной и в саму Украину уже? Ну, смотрите, простой месседж. Поймите правильно, вас никто тут не ждал, и вы оккупанты. Вы принимаете участие в преступлениях перед человечеством. Это военные преступления, они не имеют срока давности. Не сегодня, завтра, не завтра, как послезавтра. Вас найдут и притянут к ответственности. Не идите на поводу у своих руководителей. Пускай они отвечают за то, что они делают. Пускай они будут ответственны, и пускай они полностью берут на себя вину. Можно просто действительно саботировать. Сел в машину, двигатель не заводится. Перерезал, вырвал что-то, еще что-то такое, там, насыпал песка, не знаю, сахара в топливо. Просто ушел куда-то во дворы и попросился сдаться.
любой момент – это плюс к твоей карме, и ты точно будешь когда-то вспомнен, что ты не принимал участие в войне, которая, ну, точно бесславна. Ничего тут нет славного. Никто вас тут не ждал. То есть стать тем, который не стрелял. А вот, например, пленные, которые попадают в руки украинской армии, их есть где содержать? Как к ним относятся? Создается ли инфраструктура для того, чтобы этих людей каким-то образом, ну, вот, интернировать, разоружить? Ну, смотрите, на вчерашний день последняя цифра, которую я слышал, это уже более 200 человек. Часть из людей их просто не знает, что с ними делать, ну реально, потому что очень много и диверсантов было захвачено. Диверсанты, как правило, это бывшие граждане Украины, которые более-менее владеют украинским языком или имеют какой-то украинский акцент, они за деньги согласились на такие вот непотребные вещи. Вот их очень много было задержано. Часть людей передается национальной полиции, они содержатся в СИЗО, а те, которые военнослужащие Российской Федерации, они под охраной, как правило, они через госпиталя все проходят, потому что все имеют какие-то травмы, все либо раненые, либо контуженные, поэтому есть проблемы со здоровьем. Поэтому они где-то там будут концентрироваться. Хочу сказать, что вчера уже начали попадаться не просто солдаты, а старшие офицеры, майоры, подполковники. Поэтому вот такая вот ситуация. И я, насколько знаю, что Министерство обороны Украины уже создало горячую линию, специальный сайт для поиска имен военнослужащих в базе пленных и погибших. Быть может, вы что-то знаете больше об этой инициативе? Ну, наш вице-премьер-министр, министр оккупированных территорий, Ирина Верещук, она заявила, что обратилась к Красному Кресту Международному с просьбой помочь выйти на российскую сторону, чтобы передать погибших, потому что, ну, что с ними делать? Мы их можем тогда просто утилизировать либо захоронить, и на этом все закончится. Потом же кто-то будет искать, где их не сыны. Если они им не нужны, то нет вопросов. На сегодняшний день единственная республика Российской Федерации – это Дагестан, которая признала потерю какого-то офицера. Я так понимаю, что это не простой какой-то был офицер, где-то, наверное, какие-то родственники вышли. И вот они действительно согласились, что это вот он погибший. Я так думаю, что где-то через какую-то диаспору будут пытаться его вытянуть куда-то. Хотя я не понимаю, куда. У нас ни самолеты не летают, ни поезда не ходят в ту сторону, это точно. Поэтому вот такая ситуация. А про остальным, крыш, да. Про красный крыш. Яны обіцалі, што праз чырвоны крыж, красны крест будуць перадаваць целы. З такім жа зваротам нават выступілі украінскія чыноўнікі. Яны казалі, што няхай прыедзе гэтая міжнародная арганізацыя і забярэ целы гэтых забітых рускіх жаўнераў. Спадар Віктар, паглядзіце, можа вы бачыце зараз на нашых кадрах, бачна, расійскія вайскоўцы грабяць адзін з украінскіх крамаў, яны вайшлі ў магазін крама і разграбляюць яе. Вось цікава вельмі, што марадзёрства гэта называецца. Мне здаецца, па вайсковых законах нават за гэта нешта пагражае. Не кормяць, відавочна, рускіх салдатаў, раз прыходзіцца ва ўкраінскіх крамах вараваць. Ну, смотрите, у украінцаў очень чётка развіта чувства сваёй собственности. Мы, у нас вот в последнее время, это еще с Майдана, наверное, пошло, нас очень четко ассоциируют с пчелиным роем. Когда каждая пчела в отдельности, она действительно боится за себя, там трудится, что-то там тянет в тулей. Но если нам кто-то идет, то мы защищаемся до конца. Такая же ситуация и с нашим хозяйством личным. Мы почему так жестко вспомним нацистов, которые были в 1941 году, пришли в Украину? Потому что они, кроме несчастья и горя там, морально-психологического, они же еще и шли действительно как мародеры и грабители. И до сих пор же мы вспоминаем это Яйка, Мурлека там, и так далее. Поэтому вот сейчас, полностью повторяя путь немецких нацистов, ровно в 4 часа начали бомбить Киев, напали на Украину, и вот продолжают повторять все, как и они, то есть просто тупо заходят на некоторые подворья, на вот магазины, еще где-то и грабят. Но это ж не ново, мы вспомним 2008 год, когда они там
и телевизоры крали. Сейчас телевизоры более тонкие, поэтому, наверное, им легче будет взять несколько уже штук. Может, наконец-то в какой-то глубинке появится унитаз у кого-то. Вот такая вот и ситуация. Если вы знаете, то вчера они тоже как пираты, в очередной раз, как пираты, захватили гражданское спасательное судно, которое было недалеко от наших территориальных водах, недалеко от острова Змеиный, спасательное судно «Сапфир». То есть это еще один раз, еще подтверждает, что они и мародеры, и ну, террористы, которые, ну, террористы — это люди, которые занимаются террором, то есть, ну, а как можно назвать людей, которые захватили целую атомную электростанцию, хотя и не действующую, и вместе с персоналом держат ее в заложниках? Только как террористы. Вот террористы, мародеры, пираты, я не знаю, вот они все эпитеты, они уже себе насобирали. И миру, это очень все понятно, и когда мы показываем эти все картинки, все же видят это. Поэтому смотрите, как буквально за 3 дня и Германия поменялась, и очень многие страны, там Италия, и Индия, которая вроде как бы была чуть ли не на российской стороне, и даже проголосовала там, ну, воздержалась от голосования по войне. То есть и она же, у нее там глаза просветели, то есть... Я не понимаю, что еще надо миру, чтобы понять, что это монстр, которого надо, чем быстрее мы остановим, понимаю, что за счет нас получается, но что делать, если мы первые оказались на острие этой атаки. Спадар Виктор, скажите, калі ласка, як вы оцениваете ввогуле шансы того, что после проведя референдум, есть такая информация, что Лукашенко сегодня проведе гэты псевдореферендум свой, и завтра может быть отданы загад белорусской армии, каб яна наступала на Украину, ну, то бок умовно там на территорию Волынской ці Ровенской в областей? Ну, смотрите, известна эта информация, люди готовятся к этому. Ситуация очень такая интересная. Почему? Потому что у нас есть разведывательные данные по настроениям в белорусских войсках, даже среди белорусских офицеров высшего состава, которые, ну вот реально не понимают, что происходит. Если русским еще можно там что-то рассказать про фашистов, то белорусам за вот этот период, короткий период, когда мы перестали быть друзьями, очень тяжело объяснить, что ж там произошло за этот год, что если у нас все было нормально, мы один другому улыбались, ездили в гости и ездили в магазины один другого, и что произошло вот буквально вот-вот-вот, что они стали бандитами, бандеровцами, там, не понимаю, нацистами, а где же они раньше, эти нацисты, все сидели, в каких подвалах. То есть есть очень большая вероятность, что морально-психологическое состояние войск Беларуси будет в разы ниже, чем то, что происходит сейчас в российских войсках. И вот, господин, после первых же ударов, я думаю, что они просто не только посыпятся, но реально будут целыми частями сдаваться в плен. И вот поэтому я задавал вам вопрос о том, что делать с пленными, и если это возможно, хотя бы смотрите, сохранить жизнь. Я думаю, если это будут боеспособные части, если это будет добрая воля командиров, я не исключаю, что даже на базе этих подразделений можно начинать формировать настоящую белорусскую освободительную армию, которая может потом быть использована для освобождения Беларуси от диктатора. Вот снова так. Ведаете, на кон того, что вы сказали, что российским войскам еще что-то можно потлумачить, и они это зразумеют, не ведают, и вы читали. Сегодня BBC опубликовала аудиозаписи перамовов імаверна Рамзана Кадырова з адным са сваіх там начальнікам Росгвардыі чэчэнскай. Яны паміж сабой перамаўляюцца, гэтыя запісы слілі вось гэтым журналістам адзін з расійскіх афіцэраў, які супраць вайны ва Украіне, і ён меў гэтыя дадзеныя перахопленыя. Спецыялісты пацвердзілі, што гэта вельмі высокая імавернасць, што гэта голас Рамзана Кадырова, і нават там распавядаецца ў гэтых аудыёзапісах, як чэчэнскія падраздзяленні не рыхтуюцца да вайны супраць Украіны. І там распавядаецца, што калі ім давялі вось гэты загад ісці на Украіну, гэта было 23-га, апісвае вось гэты камандзір Росгвардзіі чэчэнскай, што расійскія камандзіры стаялі з круглымі вачыма
яны не маглі паверыць, што гэта адбываецца. Шмат з іх, хто не мог стрымаць эмоцыі, это ўсё даслоўна перадаю, што апісваю. І што яны папярэджвалі камандаванне, што будзе вельмі шмат адмоўнікаў, то бок людзей, якія будуць адмаўляцца ісці, будуць пісаць рапарта, што яны не пойдуць. То бок нават у Расіі расійскія камандзіры кажуць, што ў іх ёсць адразу былі дэзерціры, якія казалі, што адмаўляюцца выконваць такія загады. Я просто хачу расказаць пра чеченцаў. Вы ж знаеце, да, што наша падраздзяленне Нацыянальнай гвардіі сумесна з Альфай фактически вчера уничтожили 1/3 этого подразделения в городе Гостомель под Киевом, и в том числе погиб ихний там высокопоставленный генерал, руководитель этого подразделения, близкий друг Кадырова. Я хочу сказать, что на фоне этих всех брават, про которые они рассказывали, я бы хотел, чтобы они все-таки знали, что было принято решение из вчерашнего дня в украинской армии, точнее в Киеве, уже 2 батальона из чеченцев воюют на нашей стороне. Это это батальон, который у нас и так был имени Мансурова, и батальон имени Дудаева. Вот 2 батальона нормальных чеченцев, которые за свою независимость, которые против русских, которые сделали много ужасов на их земле, провели геноцид фактически народа, против этого не хочу плохие слова говорить, но очень, очень современного молодого человека, Так, мы показывали гэты відэазварот, показывали на самым пачатку нашага эфіра, таксама у нас ёсць пэўная, я бачу, пэўная сувязю перапынак, можа атрымаецца нам яшчэ раз звязацца. Давайте паглядзім у гэтым часе вось гэтага ваеннапалоннага новага, які з сённяшняга дня ўжо з Харкова, наколькі мы разумеем. Лицо сюда смотри. Мотострелковое. Громче. Мотострелковое, 25-е. Откуда? Севастополь. Севастополь? Да. Зовут как? Дима. Фамилия, имя, отчество? Иванов Дмитрий Алексеевич. Что здесь делаешь? Отправили. Кто? Ну, командир. Фамилия командира? Командира. Быстрей! Фамилия командира? Давай быстрее. Сейчас. Гринько Дмитрий Анатольевич. Звание воинское? Сержант. Кто посадят и кем работаешь? Пулеметчик. Какая задача была сюда прийти? Заехать, взять кольцо. Я понял. Сколько вас сюда зашло и как вы заехали? Через кольцо 4 тигра. На броне капсула. Это вот лица расійскай акупацыі, паглядзіце на іх, калі ласка, і якія яны насамрэч, калі блізка на іх прыглядаць. Вяртаемся да генерала Віктара Ягун. Вы хацелі таксама інфармацыю нейкую сказаць. Так, калі ласка, давайце, працягнем нашу размову. Смотрите, я прочитаю, просто щоб понятно было. Росія по дипломатическим каналам хотела переговоров с Украиной, а получил отказ проводить их в Беларуси, в городе Гомеле. Путин пытается заставить Лукашенко начать боевые действия его армией в Волынской области. Наш источник в разведке сообщает, что армия Беларуси совсем недееспособна, и в первые сутки боев ВСУ вооруженные силы Украины смогут заставить их отступить и перейти границу с Беларусью в случае необходимости. Стратегия на такой прорыв в Беларуси есть. Также в Минск еще месяц назад заехала спецура, которая при получении приказа готова в кратчайшие сроки ликвидировать Лукашенко. Так что, welcome до Украины. Вот такая информация у нас есть. Дякую вам великий.